Всем привет! Мы будем готовить чуду. Нарежем лук. Добавляем соду в кефир. Дай маме. Все хорошо помешаем. Молодец. У тебя яйца разбиты. Ничего, все равно мы сейчас будем его разбивать. Насыпаем муку. Теперь насыпем соль. Молодец. Теперь яичко. Одно у нас яйцо? Да. Молодец. Наливаем кефир. Сейчас будем замешивать тесто, да? Угу, молодец. Все перемешай. О, вот это будет кашка. Кашка? О, яйца вижу. Замешиваем тесто. И постепенно будем добавлять масло. О, смотри, смотри, как она уже. А почему он не спит? Замешиваем тесто. Замешиваю тоже. Хорошее тесто получается. Какое-то оно жуткое. Жидкое? А это епится! Добавь немножко муки. Посыпь немножко муки. Но немножко. Вот, тебе немножечко. Это очень много. Что? Немножко. Все, положи это на место. Немножко, я тебе посыпал. Вот, сейчас лучше уже тесто, видишь? Оно сейчас сухое будет станет. Нет, не станет. Хорошее тесто. Давай. Это лишняя мука, уже надо ее убрать. Видишь, какое хорошее получилось тесто? Мукаш? Хорошенькое? А уже не епится! Еще муки. Все, давай уберем тесто. Пускай полежит немножко. А надо еще. Хорошее? Это как слизь. Да, Нику, это тесто, это не слизь. Это точно тесто. Смотри. Готово тесто? Да. Ну, положи в тарелку. Да, еще туда. Клади в тарелочку. Можно его придавить так. Закрыли мы пищевой пленкой. Добавляй лук. Мамочка, мы готовим чуду. Добавим соль, перец. Это что такое? Фу! Перемешивай теперь. Что это такое? Перемешивай хорошо. Тут пахнет перцем. Но это, конечно, лучше, чем у меня, у детских фруктов. Хорошо перемешай. Умничка. Так, ну что, осыпем мукой. Посыпь, да? Немножко мукой. Да, вот столько нужно, наверное. Еще немножко. Давай наше тесто. Еще все, немножко. Хватит. Ага. Думаю, что хватит. Вытаскивай. Так, мама тебе поможет. Подожди, аккуратненько.
Сейчас будем раскатывать тесто. Еще нужно? Не нужно, хватит уже. Так оно будет лепиться. Не будет. На скалку будем раскатывать тесто. Вау, какое классное оно. Молодец, Даник. Раскатаем тесто. Молодец, Данюшка. Так, теперь наша начинка равномерно распределяем. Получается? Да. Побольше возьми. Давай. По кругу. Давай остальную. Давай, мама тебе поможет. Я сам. Сам хочешь? Видишь, какой ты умничка. Теперь давай на другую сторону. Немножко туда. Осторожно. Смажем наше чуту яичком. Так. Ну, видишь, какой ты молодец. Вот сюда. Хорошенько размажь. Все, хватит. Теперь хорошенько размажь. Разогреем духовку на 260 градусов и будем печь 15 минут. 15-20 минут. Готово. Всем приятного аппетита!